В этом году у коллектива «Юбилей», ему исполняется 25 лет. Музыканты исполнили известные произведения Моцарта, Вивальди и Баха. Участниками концерта также стали как прославленные, так и молодые, одаренные музыканты. На большом осеннем концерте огласили программу юбилейного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Он пройдет в феврале. Специально для него будет написано несколько музыкальных произведений, в том числе и молодыми композиторами. Когда Мадаянс попадет, пусть не совсем еще доработанное в деталях, но когда он попадет в эту десятку, то, конечно, мы его будем немедленно исполнять. Поэтому мы ждем от молодых, и очень многие для нас пишут. Пишут, и какие-то премьеры бесконечно происходят. Мы считаем, что фестиваль Юрия Башмета – это удачный старт, который привел к тому, что сегодня многие хотят назвать наш город еще и музыкальной столицей. Это действительно та работа, которая привела к тому, что в городе Сочи появилось очень много любителей классической музыки. В честь юбилея программу зимнего фестиваля искусств решили расширить. Организаторы добавили еще одну концертную площадку. Это будет один из горнолыжных курортов Красной Поляны.